Можно разговаривать с невестой до свадьбы, если по случайности встретимся. Невеста, она тоже пока никак не ставится, она является чужой женщиной, чужой девушкой. Отношение к ней тоже, отношение как к чужой женщине, нет разницы. Не имеет права встречаться, не имеет права общаться. Только может он 2-3 раза пойти домой, сесть, поговорить и рассказать, что он требует, что он хотел увидеть ее при присутствии его махрамов. А так, если мы скажем, да, можно в случайной встрече, можно разговаривать, уже часто будет случайные встречи, то есть дальше.